Максим, добрый день. Добрый. Вот Максим у нас, у него дневная рыбалка на общем водоеме. Посмотрел трудовая, побегали чуть-чуть, да? Да, немного. Пару слов о рыбалке. На что ловили, как ловили? В основном резина и железо. Бомбарда? Бомбарда, да. Резина, бомбарда, железо, спинник, естественно. Нет, понял. Рыбалкой довольны? Да? Да. Приезжайте, мы ждем вас. Спасибо большое. Дочь.